пожалуйста. Да. А вот я смотрю передачу свою любимую «Утро на Енисее». Там есть рубрика «Проснись и пой». Да. Так вот, почему вы не поете мою любимую песню? Какую? Как какую? Хай-фай. А мы любили, а мы могли. Ну что, прямо сейчас с красноярцами поем эту песню. Поехали. Золотистым звоном наше прошлое, на-на-на-на-на-на-на, прокатилось вдаль от школьных стен. И рассвет уже встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. А мы любили, а мы могли найти любовь свою на краешке земли. Какие песни, такие мы, ведь мы поем, когда нам хочется любить. Почему-то этот день запомнится, зачерпнет тетрадных клеток плен. Все вопросы станут несерьезными, и на все готов один ответ. А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни,